Очень темно. Ночью шел дождь. Даже камера включила свет, чтобы снимать. Сейчас капает немножко. Иду спасать свои цветущие котлейки. Я видела, они цветут сквозь окно. Видно, конечно. Сейчас буду их доставать и спасать от дождя. Хочется все-таки полюбоваться ними. Вон как тихо-тихо. Темно. Может быть, слышно, как капает дождик. И еще будет дождь. Вот в чем проблема. Вау, какие они мокрые. Как стеклянные, как лед на лепестках. Вау. У нас идет дождь. Миленький-миленький такой моросит. Вот они, мои орхидейки под дождем. Вот она, моя красавица. Все цветы свои открыла. Маунт Айза. Маунт Айза — это гора. Такая знаменитая в Австралии. Дождик, 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 дождик. Дождик, дождик. А тут у меня такой орхидейный коридорчик образовался. Ну, не буду плагиатить. Просто такое пространство, где можно выращивать орхидеи. Ну, это все временно. Хотя нет ничего более постоянного, чем временное. Так ведь вроде бы говорится. Да, надо вынуть. Тут дождь, конечно, идет все равно. Вот она, моя дикбияна кросс. Кросс — это миссис Чейз. И бавриндиан кросс. Да, интерсепс. Дождь начинается. Вот. То моросил, а теперь начинается. Ну, ничего, у нас в этом году и в прошлом году много дождей, и все хорошо. Растут очень активно новые росты, чехлы образовываются. Им только подавай. Вот все орхидеи, все котлеи очень любят дождь. Очень. Так что, что ни говори, все спрашивали, новые росты там. Потом ветерок, все проветривается. У меня нет возможности вытряхнуть воду или промокнуть из каждого нового роста. Я этого не делаю. Все это делает ветерок. Так что ветер очень важен. Очень важно движение воздуха для орхидей. И здесь у меня закрома такие. Тоже нужно их доставать на свет позже, чтобы снять. Они под дождем и мокнут, мокнут цветочки. Ой, какие цветы. Это порти. Ну, конечно же, когда я решила все снять, у меня появилось время. Дождь начался по-настоящему. Да. Ну ничего, ничего. Вся красота собрана у меня под крышу, потому что нам пообещали хороший дождик. Вот и моя интерсепс.
Но она немножко интерсепс. Тут интермедии очень мало. Это лилиансепс в основном. И львиноса моя. И моя вот эта пахучка. А, Ньюбери. Как там она? Кампабелла. Precious Stones. Все, я уже показывала и рассказывала. Динар благоухает. Deception Drop. В полном расцвете. Показывала уже и Jungle Queen на Chocolate Drop. И есть у меня еще вновь открывшаяся. Это вот она. Брассавола на кетли Golf Green. Брасса кетли Golf Green. Ну какая она бахромчатая. Цветет у меня уже второй раз она. С тех пор, как я ее получила. Немножко какой-то розовинки есть на губе, но она так ее залихватски завернула, что этой розовинки не видно. Да, на лобиле у меня тоже немножко розовая. Но какая она вихрастая. Ну, такая классная, ну, такая необычная. Это Катлея. Так, ну что? Это RLC Golf Green Hairy Pig. Полосатая свинья. Почему ее так прозвали? Потому что на Тайване, где ее вывели в теплице, в этой стране Дигбияна, потому что это кросс Дигбияны с котлейным гибридом, Дигбияна похожа на название свиней. Какой-то породы свиней. Поэтому ее назвали Hairy Pig. Решили, что она похожа на волосатую свинью. Раз Дигбияна, значит свинья. Ну и как ее сделали? Скрестили Катлею Маскумби, которая похожа вот на вот этого Олива Фурака. Вот типа вот этого Катлея. Ну, один из вариантов ее. Скрестили на Ринкалилию Дигбияну. И вот в результате получили вот такую волосатую свинью. Ну, и у этой Маскумбии там чего только нету. Есть и Варшевича, и Масси, и Менделия, и Интермедия, и даже Девиана есть в результате у этого гибрида. Ну, а ринкалилия сама, Дигбияна, это мексиканская лилия. Растет в жарких, влажных низинах. Она только жаркого и теплого выращивания Катлея, лилия. Цветы у нее похожи немножко, губа похожа. А лепестки без бахромы. Цветы с запахом лимона. И так как эта Катлея растет во влажной среде, во влажных тропиках, то ей нужен только легкий отдых зимой, где-то в течение зимы, 3 месяца, поливать реже, но не оставлять ее сухой надолго. Это деленка. Так, это она грубо отрезана. И в моем уходе у нее выросла одна бульба, зацвела в прошлом году 2 цветами. И это новая, и еще одна новая лезет. Интересно, они все цветут. Маленькая деленка была. Вообще-то вот эта бульба тоже выросла. И у нее такой как бы засыхающий чехол. Будет из него толк? Наверное, нет.
это вообще, наверное, вечно будет цвести. Такая яркая. Топаз Челси. Вайбрант. Ну, действительно вибрирующий такой. Суперский. Пышный кустик отцвел. Еще один второй кустик. И такой уже совсем маленький кустик, только на два цветочка. А вот это Бавринджиана на Deception Drop. А Deception Drop это у нас Chocolate Drop самый главный компонент. И там Гутата, Урантика, Ладигесси, Интермедия. И понемножку Мусси есть. Еще чего-то. Так, я алмаз мой, бриллиант, Шинсиянг, Даймонд. Все тут, все собралось вместе, что еще не отцвело. Гора элегантности. Еще расцветают котлейки. Но самое главное, вот, что я хотела показать. Вот такая яркая красота. Это знаменитая Кетлия Портия. Ну, по-русски Портия, а ее произносят как Портия. И даже пишут иногда с буквой Си вместо Ти. Портия. Это знаменитый первоначальный кросс Котлеи Бавринджиана на Котлею Лабиата. Еще она не полностью открыла свои бутоны. Темно немножко, но она все равно такая яркущая, суперская. Пахнет хорошо. Довольно большая котлея. И расцветает у меня номер 2 еще позже есть. Но у нее больше цветы. Я помню, что это другой гибрид. Сколько цветов. Ну и рядом, конечно, не надо было их ставить, потому что этот букет кажется бледным, хотя он такой нежный, такой какой-то сиренево-шоколадный. И тоже тут Бавринджиана, и тоже тут Deception Drop, которую я только что показывала. Да-да, вот она как бы видоизменила Бавринджиану в другую сторону. Лабиата с лабиатой кросс Бавринджиана — это вот этот. А с Deception Drop Бавринджиана выглядит вот так. Букет такой плотный со всех сторон. Цветочек к цветочку. И она у меня уже цвела меньше года тому назад. Какая-то красота, благоухающая красота. Она пахнет цветами. И портия тоже пахнет. Пахнет прекрасно. Ну и Deception Drop. Это пеник и рода на Chocolate Drop. И там Гутата, Аврантика, Бельгесия. Пеникюро, да, тоже Гутата есть. И вот скрестили две длинноногие пышногрудые красавицы Бавринджиану на Deception Drop.